В День России в Буйнакске сдали новое футбольное поле размеры 40 на 20 метров, искусственный газон и современное освещение. Возвели объект за полгода за счет местного бюджета. Он располагается в парковой зоне. На открытие приехали глава Гусейнгамзата, футболисты, тренеры и местные жители. Свою работу новый стадион начнет уже сегодня. После перерезания ленты перед собравшимися выступили танцевальные ансамбли республики. В Буйнакске планируют построить еще 3 подобных поля. Хотим, значит, таких в городе поставить еще несколько, чтобы детям, значит, они могли развиваться, свой досуг, и, значит, было куда ходить. Вот. Также много будет турниров здесь проходить. Я думаю, что, ну, это только первая ласточка. Вот. И для нас маленький такой праздник.